Давай поговорим по поводу возврата инвестиций. Какой это примерно срок и от чего зависит? Мы всегда перед открытием кофейни готовим финансовую модель. Есть базовые требования к финансовой модели, которую мы хотим видеть. Это прибыльность от 80 до 120 тысяч рублей и сумма открытия от 600 до 1 200 000. Понимая это, мы будем выбирать только те локации, которые проходят по этой финансовой модели. Таким образом, мы получаем, что срок окупаемости инвестиций 8-10 месяцев. При этом, для того, чтобы не обманывать там, и не приукрашать нашу франшизу, мы показываем франчайзу всегда консервативный план выхода на доходность к кофейне, где мы показываем, что в первый месяц он может получить убыток, там, например, 20 тысяч рублей, в следующий месяц он получит прибыль 20 тысяч рублей, потом 40, 60, 80, 120 условно. В такой консервативной модели при вложениях 850 тысяч рублей ты, получается, окупишься за 12 месяцев. Есть специальный файл, который мы готовим для наших партнеров. И, соответственно, на каждую локацию мы готовим отдельную смету, потому что в зависимости от аренды, от необходимости ремонта там, и так далее, может меняться сумма инвестиций. И готовим финансовые модели, где считаем трафик, считаем конкурентов и анализируем потенциал доходности вообще этой кофейни. То есть мы можем вообще забраковать тебе эту кофейню, мы можем показать, что она будет зарабатывать меньше 80, там, 50 тысяч рублей, и ты можешь сказать, я готова, меня устраивает. Или это может быть зеленая локация, где мы скажем, да, она прекрасно проходит по финансовой модели, это 80-120, и окупаемость там 8-10 месяцев при вложениях там 1 200 000.